Был Самарканд, была зима, я играю на аккордеоне. В те годы были модны звуковые письма на рентгеновских пленках с просвечивающимися ребрами, на которых можно было записать все, от популярных песен до любовных посланий. Наша соседка Ширин работала в одном из таких ателье. Она-то и устроила меня на работу. Завахта келдинде. Директорымыз жини йохтурмайды. Ишке кечиккенларны. Танышыйлар. Знакомьтесь. Наш музыкальный гений. Рустам. Ишим да йок. Эммануэль был звукооператором. А Гуля оформляла заказы. Салам. Мой предшественник неделю назад утонул в Ферганском канале вместе с аккордеоном. Пока не найдем замену, сказала Ширин, поработаешь у нас. Мой первый посетитель. Jonli maktub yubormoqchi edim Toshkentga, iloji bormi? Bor, xohlagan shahringizga yuborishingiz mumkin. Keyin plastinkani patefonga qo'ysa? Yo'q, proigrivatelga 33 оборотli. Ha, ya, proigrivatelga. Men xohlayman отправить звуковое письмо в Ташкент. Shunaqa deng. Ha? Ashula aytsa ham bo'ladimi? Bo'lganda qandoq? Bemalol. A можно спеть? Спросил он. Звуковое письмо рубль 50, а если отправить по адресу, рубль 80, сказала Ширин и пригласила его в студию. Что будете петь? Шуберт серенадасына. Шуберт? Ха? Моджаст. Маленькую ночную серенаду. Сначала я скажу несколько слов, а потом спою. Можно? Земфира, любовь моя. В Самарканде мне тоскливо одиноко без тебя. Я забрел в эту студию звукозаписи, чтобы объясниться тебе в любви. Может, бросить все свои дела, достать огромный букет роз и прилететь к моей Земфире ночью и летучей мышью запутаться в ее волосах. Ты помнишь, Земфира? Грощу легкою с тобою, и приди, друг мой. При луне шумят уныло листья поздний час, листья поздний час. Дай же доступ их призванию, ты в душе своей, и на тайное свидание. И приди скорей, ты приди. Judayam balo ekansan-ku. Он похвалил меня. Хатны qayerga yuboraylik? Toshkent radialnaya 140. Ahmedova Zimfiraga. Потом продиктовал адрес,
и неожиданно спросил: ты эту арию знаешь? Горем своим. Паяцци, Дамберти. Паяцци, Лян Каваллонеке. Хая. Абсурд, жаль, что нет профессионального аккомпаниатора. У моей подруги есть ноты. Я могу подучить мальчика, предложила Ширин. Ха. Хорошо, я зайду. Шунақанге еркені құрбаны болсаң әрзейді. Немаке? Неге ке бұндай еркелер фақат афсаналардагіні бөкен? Хазір бұна қаларыны ұрығыге от түшкен. Он не мужчина, а динозавр. Потому что такие мужчины вымерли. Их больше нет. А что он спел? Шуберттана. Рустам. Мы шли за нотами, и Ширин спросила меня: хочешь, я прочту тебе из Алишера Наваи, когда Лили и Меджнун умирают в один и тот же день, час, миг. Ул азм это чу топты юлдаш, бу олмады юлейдин анибаш, джисми ятып эрди ерге макрун, лайли бирла бармыш эрди Меджнун. У Лолы нот не оказалось. Муж забрал их на гастроль. А что, он играет по нотам? Зачем мне ноты? Мне мелодию только. Над жалкой долей своей. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Ширин никак не могла успокоиться. Достать огромный букет роз. Странно. Ведь в это время, кроме гвоздик, на базаре ничего нет. Я был уверен, он достанет. Утром меня прослушивал директор. Лязги, можешь? Yozdursam bo'ladimi? To'xtat. Ha, bemalol. Mijozga qaranglar. Tayyormisiz? Maylimi, yolg'iz o'qisam.
Ha, albatta. Rahmat. Новый посетитель захотел остаться один. Faqat 3 minut vaqtingiz bor. А Гуля о чем-то шептала с нашим постоянным клиентом. Наталья, ты считаешь меня никчемным человеком. Наталья, ты написала мне... Наталья, ты написала мне, что за 10 лет нашей совместной жизни в общей сложности я был дома полгода. Змей я ловлю, тебя никак не могу поймать. На расстоянии я люблю, рядом ревную тебя ко всему. В пустыне я пою любимую твою песню. Степ да степ кругом, путь далек лежит, в том степи глухой. Умирали ямщик, и набравшись сил, чуя смертный час, он товарищу отдавал наказ. Земфира, севгилем, сіз білен дейдар көршімізге яна 10 күн қалды. Шу 10 күн өтші мен үшін қанчалар қиылығыны бір тасавыр етсәңіз. Он все-таки пришел. Бір умырдай көрнепті менгі шу 10 күн. Говорил он низким поставленным голосом. Странно, подумал я. Почему у него два голоса? Один для пения, другой для разговора. Так они не соответствовали друг другу. Земфира, осталось 10 дней до нашей встречи. Я считаю минуты и секунды, так как они приближают к тебе. Ведь в каждом из этих мгновений нет тебя, твоих рук, твоих глаз, твоих губ. Вдруг ему захотелось прочесть одну из газелей Алишера Наваи, где воспевается любовь и преданность, где Лили и Меджнун умирают в один и тот же день, час, миг. «Оставьте Алишера Наваи в покое!» — закричала Ширин. «Что с этой женщиной? Что с тобой, Ширин? А что с тобой, Эммануэль?» Я никогда не видел Ширин такой. Она выложила все, что думает про Гулю, Эммануэля и нашего посетителя. А потом потребовала, чтобы включили микрофон. Я наговорю письмо, а вы споете, Земфире. Земфира! Yozamiz. To'xta. А ты куда? Между прочим, ты на работе находишься, и тебе за это деньги платят. Так что садись и играй. Чал. Лазгина. Аккомпаниатор.
Ты молодец. Похвалил он меня. Я увидел себя в зеркале. Соткан икенсен. Уткеткен соткан икенсен. Неге чалдин? Немеге чалдин деп ма сенге? Унын оғарасы көрмедин? Йок, йок дейшин. Ты предатель. Ты не должен был играть для него, для его удовольствия. Нет, должен был ответить ты. Ты его испугался, ты трус, а он негодяй. И Ширин сказала ему это в лицо, не побоялась. А ты трус. Тебе зарплату платят. Кто компаниатор? Я компаниатор. Мина компаниатор, мама. Сумужаша, мышка, микрофон шлепью. Тегмань, микрофон, я. Тегмань. Я его больше не видел. И до сих пор не знаю, кем он был, чем занимался. Была зима, был Самарканд, моя первая работа, моя первая царапина, мои первые шаги во взрослую жизнь.